Всем привет, друзья, с вами как всегда драйвер 51 Рус и Ракман Рома. Сегодня будем катать на карте, ребята, от темы 124, по-моему, карту штука 1, только для людей, создать комнату. Так, штука 1, будем кататься сегодня на жуках. На 131-х будет доработочка от меня. Все, он там мышкин прогрузится. Так, все, поставил я его. Ничего больше Рома не будет ставить, да? Как бы мы в своем репертуаре как бы катаем на одном моде в основном. Все? Поставь такой еще. Еще про запас на тебе второй тебе в прозапас. Все, поедем. Обалденная маленькая карточка такая. Она маленькая, да? Да, она маленькая такая, простенькая, легкая. Так, еще там ничего, ребята, не сделано, не заделано. Вот так уже ездить можно, скажем так. Так. Грязь здесь хоть чуть-чуть. Грязь тут есть, Рома, это я тебе гарантирую. Тут грязи. Да хей больше. Так, поеду я, наверное, давайте на шоссейках. Сейчас, подожди, настроечки гляну, звука нет, вроде сделал поменьше. Не знаю, там, ребята, если что, сорян, тут с микрофоном боролся опять, поэтому, может быть, херово слышно. Так, ну все. Гараж тут есть, закрытый. Есть. Кто? Гараж закрытый. Гараж закрытый, есть. А он тебе надо? Ну. Так, а где гараж-то? О, как всегда. Кто-то начинает чпунькать в этом самом. Как только начинаешь что-то писать, ВКонтакте не закрыл, чпунькает там. Чего там чпунькает? Да ядрен батон, понеслось. Подожди, сейчас. Гляну на планшете, что там, кто там. Колян у нас опять в больнице. Колян, давай, смотрится. Если смотришь видео, опять выздоравливай. Колян у нас опять загремел в больницу. Так что Коляну здоровья побольше. Вагон с телегой. Пусть там. Там мой Колян выздоравливает. А, ну, в смысле, а почему? Ну, не знаю. А, прямую трансляцию включил? Нет, я вон ВКонтакте написал. Ему просто сегодня днем писал. Вот, и... Этот самый Колян сейчас только ответил. Короче, Колян, давай выздоравливай. Так, слушай, борт. Мягко говоря, гараж. Слушай, не понял, а в чем разница? А борт там с этим. Ага, интересно, девки пляшут. Ну-ка, давай я поставлю, попробую. С бортом. Не знаешь, грузится он нормально? Кто? Борт? Самосвал, по-моему, грузит с этими, вот этими, брусом этим, ну. Так. Я самосвал беру. Борт. И. Бортовой прицеп, я не знаю, взять. Как-то так. Вот, все. Поедем через заправку. Видите, с салона ребята присутствуют. Анимашки руля не будет. Вот, а заправка тут где-то она должна быть. Прям вот где-то, прям перед носом, я не знаю. Где-то, где мы стоим-то, тут направо. Поехали сразу направо и там налево. Ну иди направо тогда, я сзади поеду. А точку захватим мне? Да, у тебя там она закрыта карта, у меня так открыта. А, ну ладно тогда. Угу.
Фигать, я как-то так бодро стартанул. Там смотри, первый поворот, Рома, будет налево. Первый налево. Я тебя плохо так слышу. Успеваешь, пожалуйста, держать. Ребят, как всегда, играем ночью, времени второй час. Уже два почти. А, нет, час. Ничего. Час ночи по Москве. Как обычно, поэтому. Вот он пошел. Грязючка. Хорошая такая. Да это еще не грязючка. Это вся и дела. Просто сам факт, что загрузимся мы или нет. Загрузимся, что? Как бы хочется верить, что загрузимся, да? Нам, короче, сейчас надо будет, тут мы выйдем на дорогу обратно и поедем по дороге, короче. Мы один фиг мы на нее выйдем обратно. Вон там точки впереди как раз подкрылась. Что ты там буксуешь как-то? Блин, я тебя, Рома, так вообще плохо слышу. Я на автомате просто. Я тоже на автомате, я не переключать на эти понижайки. Ну, понижайки только если сядешь где-нибудь. Вон открывает точку. Открыл. Давай-ка я прям в самое говнище залезу. Будешь меня вот таскивать, если что. Ух, ёп, нихера тут. Мама, не горюй на. Что-то, Рома, я уже застрял, походу. Кажется, как Винни-Пух, кажется, я застрял. Сейчас, подожди, подержай-ка, попробую. Ну-ка. Ага, болт тут, а не понижай-ка, понял? Не прокатило. Давай-ка, давай на трасса. Вот тебе карточка маленькая, а, блин. Говнище тут по самые помидоры. Гляньте вообще. Офигеть. Я помню, тут на 157-м где-то нырял прям и утопил его нахрен. Справа. Все, отцепляйся, наверное, уже поеду. Вроде полез. Рома там сейчас будет по самому краю, аккуратненько вообще. Давай. Ну, хочешь свалиться, топить, если хочешь. Там вообще трындец, он там палка, эти... Нет, тут там мог бы ехать, наверное, по колее, я думаю. Там, чтоб не свалиться, там как раз грязь, по-моему. Такая ядреная. Ух, нихрена тут глубина-то. Не, карта прикольная, вообще мне от Тёмы вообще вся карта нравится, офигенная. Ой, Тёма, кадет от кадета. Кадет 124, по-моему. О-о. Вообще жесть тут, да? Там сейчас вообще будет грязь по самый капот, наверное. Если ехать здесь прицепом, точно не тянет. Ну так, по-аккуратному. Я тебе говорю, там глубоко вообще в этой грязи. Блин, еще камень мне под колесо попал, японский дрын. Я его туда в грязь закатил, прикинь. Не нормас, пробрался вроде. Так.
тут где-то мостик такой прикольный, блин. Вот он рычит-то, пипец, наверное. Ой, какая-то не слышу. Сделай резко потише, мне я почти не слышу машину. Да я если сейчас сделаю, у меня там в этом выкушении, по-моему, громкость игры и так задушена. Понятно. То есть... Чё там, поехал вокруг? Дай-ка я тут попробую. Я помню, утопил, тут сделал один уже, так что, ребята, сейчас я повторять сильно не хочу, конечно, это, но думаю, может, хоть 131 я не утоплю, 157 я тут, да, медным тазом накрыл. Да, можно-то можно, просто машину бы не загубить. Ой-о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 й, назад. Дрен батон, вот это как так тут, знаешь, еще не так, то все и просто тут скощунить. Бля, хотя точно утоплю еще этого. Давай, пошел, мать твою, давай. Фу ты, Уоллес. Ну поймал, 54 нахватал. Там по малости тут. Бляха, они кувыркнуться будут еще. Все, Рома, открыл тебе точку. Видно тебе карту, нет? Да и так было видно. Да? А, ну вот еще получше. Вот что-то я подвис. Не ломанет, а тут не выкинет их. А вот отвис. Нормас. ППС что-то. Ты где есть-то? Я вот лужу пытаюсь переехать. Какую лужу? Ну вот где в объезд поехал. Я вообще тебя не вижу, где ты есть. А, вон он, ни хрена ты тут забрался, да? Я даже карту не смотрел, я по прямой ехал. Ты что мне сказал? Сейчас я по кругу уже ломаю. Ну тут уже разворачиваться. Ну да, тут грязюку тут подловишь маленько, конечно, там после поворота направо. Ну ладно, я поехал, пока попробую загрузиться. Тут-то на лесоповале тоже жопа полная. Наверное, на понижаечке пойду. Такая карточка маленькая, но приятненькая такая. Главное место душевный. Там, Рома, все направо поворачивай и как раз приедешь. Так я гружусь. Опа, вот у меня косяк. А не, слушай, не косяк, есть бревна, слушай. Давай-ка я запендюрил, поеду березу и сосну, короче. Что там еще? А вот он мчится гонщик серебряной мечты. Колеса там не сотри, а в этот, что-то ты куда-то боткнулся-то, по-моему, да? Дерево, да. Эх, Рома. Смотри, поцарапал. Сбил красочку. Блин, ребята, ем чипсы. Жрать охота. О, приятного аппетита. Придется похрустеть тут. Пипец, я вытащу, интересно, отсюда все это. Ну фига там шлифуешь. Прямо, давай, вот так вот вставай, прямо грузить. А куда потом ехать? Да прямо и поедем.
Слушай, там, по-моему, где-то далеко еще есть пилка. Ну-ка, сейчас я гляну. Ух ты, ёкарный бабай. Так, это мы тут. Через реку, гараж. А, нет, пилка-то одна получается. Две. Пилки две в одном месте. Да-да-да, ну вот возвращаться надо. Куда ехать? Поехали. А ты все уже затарился? Да. Поехали все направо от столба, сейчас будем там переезжать потихонечку. Ну, я думаю, там не утонем. Там грязь будет, мама не горюй. Ну-ка, дай-ка добавлю. Газку. Тут глубоковато, слушай. Нам бы тут не этот, не потонуть. Ну придется хлебануть тут, я чувствую. Главное гидроудар не поймать. Да не, нормально, даже урон не поймал. Я тут КамАЗом, по-моему, 43-101 катался. На автомат я переключился. Вот и там, да, смотрю, любишь-то помесить-то, да? Копает от души, Рома, там. Звук такой приятный взяла, да? Кстати. Ой, я не слышу. А, ты обрубился? Да. Ну, как я слышу. Ой-ой-ой, это была сосна. Ну и все, пошпарили тут по берегу, нам тут, в принципе, все. На дорогу даже выходить не будем. Будем кощунить тут по-жесткому. Сейчас вот. Вот оно начинается на букву. На букву Какули тут. Давай-ка, может, на повышайке попробуем проскочить, если. Если проскочим. Рома, тут грязь сейчас будет. Такая хорошая. По свежачку-то. Все, я походу сажусь. Все. Давай, родной, давай. Бляха-муха. Ты что, не сел там? Не-не-не, я копаю еще. Слушай, я вылез вообще на ура. Что, тебе подождать тут? Где там есть? Не, ползи. Ползешь, да? И влево. Надо было сходу брать тут такой. Сейчас я говорю, мы сейчас. Сколько мы везем-то получается? Пилку одну везем, как раз сейчас запомню. А, ну, там есть одна точка вон туда, он налево. Я помню, лазил туда. Пипец. Все дрова пить. Слушай, ну точно, я видел. Стрим какой-то. Да, давно еще, по-моему, Виторгана как-то давным-давно. Когда Витюша еще когда был человеком. Да. Было такое дело. Катали мы карту. Что-то он всех друзей через колено. Знаешь. Так, давай-ка отцеплюсь, наверное, точку открою тебе. Так, что мне отцепить прицеп надо? Справа сюда. Ну, ладно, я же с тобой еду, зачем? Нет, этот прицеп твой пал тогда. А, нет, рукая. Я туда мордой засунусь. Так что вот так вот люди портит людей. То ли слава, то ли жадность, не знаю. Не хотят общаться. То ли мы такие плохие, я не знаю, может быть, мы плохие. Не будем грешить одно людей, да. Жизнь покажет, скажем. Так. Все.
Да, будет, ребята, нам будет синхронизация света, конечно, все будет отрегулировано, все будет best of the best, как обычно. Надеюсь. Ну, надеюсь, руки дойдут и все это будет доделано. Как сказать. Так, все. Да, по-моему, Пашка, по-моему, ездил, да. Давай дальнюю, наверное. Да, открываем. Четыре, да. Я четыре притащил. Я так вообще четыре. Я так вообще четыре. Ну что, ты хочешь вон там съездить, точечку открыть? Нет. А чё? Ну, вот отцепи прицеп да съездить. А, ну хотя. Ну да, по сути. Я карту давай сейчас вот эту камеру поставлю на ту сторону. Давай сбегаю по пырику тут этот. Немножко хлопну никотина. Как раз. А ты тут будешь ползти, и как раз я вот это все посмотрю. И прям по хребту, Рома, едь там. Как бы только аккуратненько. Я думаю, наверное, на понижайке там грязище такая жесткая. Даже, по-моему, тут вот по краю жестко будет. А я сейчас буду это самое. Ну все, давай я поставлю. Четырить по полной. Поставил. Мне кажется, если лебедки, я на 157, по-моему, там только с лебедкой полз. Там она, по-моему, прям в самом конце, как бы у меня не показывает, потому что убрана эта херня с точками. Вот. Ну все, как бы ты поехал, да? А, ты уже приехал, ты уже там ползешь. Блин, как бы встать-то так, чтобы тебя прям все твое приключение тут пока снимало, пока я тут бегаю. А, ну вот так вот ты уже, наверное, будешь уже, в принципе. Сейчас поставлю в кадре. Ну все, в принципе, там уже тебя маленечко видно. Сейчас я камеру тут подверну. Я тебе говорю, ты вообще просто виллы просто. Я говорю, я пока туда ползал, люди уже дров тут по нам возили. Так, все, ладно. Я побежал, все пишет. Можешь прям говорить там, что скажешь. Только матом сильно не ругайся. Окей. Давай, все. Побежал я по пырику. Даже тебе это не помогает. Да я тебе говорю, там трындец полный. Хотя карточка маленькая, такая простенькая, мама, не горюй. Так что давай, удачки, греби. Я пока побежал. А то закипел с конца, парни, извините, сорян, что вас уведомляем. Не хотите, не слушайте, не смотрите. Растения мешаются. Дают буксовать полноценно по грязи. Так-то он ползет. Так, куда достает лебедка? О, достает.
Рума, я тут. Ты еще ползешь там? Так, ну-ка я гляну сейчас. Тут же два гаража еще. По-моему, закрытые, да? Ну-ка. Сейчас. Гараж один. Один гараж закрытый. Да-да-да. Че, поедешь открывать пока? Да нет, давай мы сделаем сейчас. Ты откроешь. Мы, наверное, эти телеги отцепим тут. Отцепим сейчас, да, давай сгоняем сейчас. Отцепим. Съездим, возьмем эти гаражные тележки две. Поедем, откроем гараж, и там опять прицепы возьмем просто, и все. Не то, что будет милиция повала поехать и там кинуть в эти самые тележки. Да и нафиг они нужны-то. Мы новые возьмем, мы же гараж откроем. О, Рома, все там. Ой, слушай, я зря тут надо только залез сюда. Слушай, я застрял. Кажется, я застрял, как в Винни-Пухе. Все, я пипец, у меня вилы. А, не, вылез. Я тоже что-то рано понимаешь. Все, вылез, нормас. 131 ЗИЛ рулит. Ну вот все, я тебя уже там не вижу почти. Ну-ка, с кабины я сейчас посмотрю, где там есть. Тебя не видно, короче. Ну я увижу, как ты обратно поедешь. Ну-ка. Не видать тебя. Не видать, парень не достает. Короче, Ром. Синхрона еще нету, да? Нету синхрона. Еще пока что с синхроном беда. Еще ничего я не делал, ребята. Будет синхрон. А, слушай, а дальний же на синхрон не делается, да? А? На дальний свет синхрон не делается, да? Лучи можно сделать. О, все, Ром. Добрался, Рома. Сейчас будет обратно ехать. Сейчас пока в кабину подожду, когда там появишься. Сейчас мы без прицепов поедем, короче, в тот гараж. Возьмем две гаражные тележки. Оттащим гараж. Откроем его. Там прицепим опять бортовые. И привезем вторую ходку. Вот. Зелок, нет, зелок зачетный. По-моему, ребята, автор, возможно, мода, наверное, Ронни, Павел Загребельный, там, может быть, Макс Пионер, я не знаю, надо будет посмотреть потом, кто авторы мода. ЗИЛ 131 прикольный, ну, такой, пободрее, чем, как бы, дефолтный. Ага, стоп-так, он что, приватный, что ли? М? Он приватный? Нет, он в свободном доступе, потому что это переконверченный со старой версии. А, понятно. Чё-то тебя там не видно, ты там что, утонул, что ли? Нет, пытаюсь выехать. Да, там именно по своим какашкам надо обратно и ползти. Но я тебя ещё не вижу там. Где там есть. Парни вот ехал, сейчас ездил. Родителей в отпуск отвозил. В паровозе, оказывается, даже нельзя электронные сигареты курить. Как так? Нельзя. Висят все там везде, значки. Нельзя такие электронные тоже нельзя. Там же написано, что присутствует никотин. Так что вот. Купил себе в Вильске коробку электронных, думал, можно в паровозе, оказывается, нельзя. Ну, на станциях все курят по барабану, прям выходят тут же и курят. Никаких супер отведенных мест нету.
Вообще, ребят, не курите, бросайте. Здоровье прежде всего. Главное в этой жизни. Будет здоровье, будет все. О, ты гудишь, а где ты есть-то? Я там еще на том берегу. Только развернулся. Пипец, я думал, ты уже обратно ползешь. Я ползу, но он вот развернулся, ползу. Так что вот, ребята, всем блогерам, обзорщикам большой привет, всем большой удачи. Даже Витьке большой удачи. Я надеюсь, что человек образумится, да, что-то тут слишком народ взъелся на него. Что-то Витька перегазовку лишнюю делает, по-моему. Не надо так к людям относиться. Как бы суть в жизни это как бы не в этом. Надо более лояльно относиться. Да и вести себя надо как бы. А не так, что все сами прекрасно понимают, что к чему и почему. Так что, Витька, давай удачи, вставай на лыжи, будь человеком, все будет нормально. И люди к тебе подтянутся. Не надо делать опрометчивых решений в жизни. Мы тебе желаем здоровья, счастья, успехов в творчестве. И, конечно, не ругаться с народом. Больше дружить. Все мы русские люди. Белорусы, украинцы. Все мы братья. Поэтому давайте не будем, парни, ругаться, а жить мирно в этой жизни. Вот. Сказал вам драйвер 51 рус вместе с Ромой. Как бы и все мы братья, все будет нормально. Да, миру мир. Пису пис, да? Пису в пис. Слушай, вот обратно по той же колее, прям без лепёнка нормально ползу. Ты там укатал, я вижу тебя уже. Я вот без лепёнки сам не... Ползёшь, что там медленно наедешь. А я, кстати, наоборот, на 157-м ехал туда сам прошел на понижайке, по-моему. Поможет подтягиваться чуть-чуть, а в обратку только лебедка, он вообще не идет, не хочет просто. А у меня наоборот. Да? Ну, может, у него пару... прокатал. А, ну вы когда играли, там другая версия игры была, может быть, и в этой другой? Нет, это карта с той версии, ничего не переделано. Карту, ребята, сможете скачать под видео на канале, будет ссылочка, так что качайте, не пожалеете. Карта прикольная, маленькая, но прикольная. В принципе, у кадета все такие карты такие офигенные, все штуки, все просто замечательные. Они такие небольшие, но ядреные, скажем так. Ты вылазишь? Да. Давай тогда. Я ползу. Потихонечку. Ты, наверное, залазь туда в лес, потому что по краю тут тоже не пролезть просто. Не-не-не, я никак. У меня старый как раз через лес идет. Ну, солярки он как бы бензин жрет немного. То есть, в принципе, тут я говорю, я еще на этот сверху на канистры взял. Тоже. Не, ну смотри, можем сделать, например, можно сцепку подцепить, поточить гаражные части 4 очка, да, и ремонтку с собой взять так для того, чтобы показать, что оно все-таки там есть. То есть ты смотри, можем эти потащить, как бы, или переобуться там в гараже и поехать по-серьезному. Так, а что если я сейчас направо поверну в дороге? А ты там пролезешь, я не знаю. Там, наверное, тоже говнище, я думаю. А давай попробуй что делать. Ты попробуй тут через лес вылезти. Сюда вот в сторону меня, как бы, ну, по леску. Да не, я прям сразу на дорогу. Кощунить так кощунить.
по жесткому. Ну тут смотри, а тут. Вот она уже, я уже дорогу вижу. Давай. Да, ну ну давай, ну давай, я поехал, короче, туда. О-о, все. Я уже на дороге. Да, ты тут где-то гудишь прямо рядом. Я уже впереди обогнал тебя. Да ладно. О, точно, нифига ты быстрый. А там в лесу не грязь. Ох ты, ёп! Псель-мопсель. Мы тут говно-то разметим, как обратно поедем, потащим, я не знаю. Да ладно, уже вдвоем. Деревьев много, ерунда. О, все, я вылез на Арбас. Сейчас, ребята, у меня небольшая пока заминочка идет с этим, с контактом, не могу репосты видео делать как бы в группу с Ютуба, так что заходите по ссылке, там есть в разделе ссылки, ссылка на мой канал, можете все, ребята, там проходить, регистрироваться на этот самый, прям на канал. Ух ты, вот, спасибо, я выскочил. Нормально проскочили вроде. Так, слушай, ой-ой-ой. Подожди, подожди, тут пиндосы. Ой-ой, сорян. Мы там переехали. Да мы раньше как-то маханули тут. Да, да, да. Я смотрю, что-то рано как-то. То есть, ребята, это там в разделе ссылки есть. Опа. Еще ускорение придал мне. Да, да, да. Есть ссылочка на канал. То есть проходите, кому интересно, ссылочки на карту будут, естественно, и на моды, на доработки. Я сейчас закину. Ух, ух, ты за мной поехал? Да. Ну, поехали тогда. Только смотри, тут не свалиться, главное, там справа, ну, к воде не подъезжай, там я дела там утопил. Okay. Так. Есть, да я по лесу тут. Фары-то включи там. Вот я поехал тут по берегу через деревья. А ты уже там. Я тебя не вижу просто. А, вот, 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 вот. Вот так и едет, поэтому. Смотри, тут глубоко, Роман, где-то справа, слева. Промахнешься, утонешь. Нормально. Я тогда на стриме, по-моему, вот тут два раза взяла, утопил. Первый раз потом меня выкинуло, нет, что-то тупил модем. Зашел опять, поехал, утопил в другом. Ну тут же где-то рядом буквально утопил его. Так, тут главное в ту вторую лужу, мне вот где я тот раз ты меня вытаскивал, не залезть-то. Там где? Вау, не туда, не туда, не туда, не туда, не туда. Да ты что-то мне вообще всю жопу развальцевал, Eden Battle. Себе больше морду побил. Так отремонтируйся, починить тебя, нет? Да нет, у меня есть. Да еще нормально. 303 было всего. 600. Не, карта вообще зачет, ребята, всем советую качать, не пожалеете, как бы такая. Она маленькая, конечно, но, блин, такая грязистая. В принципе, косяков по карте у меня так вообще на лице никак бы нет. То есть все сделано обалденно. Причем это первая штука, да, их там, по-моему, было вообще 7. А не 8 или 9. Ну, 7 точно должно было быть.
Потому что тогда список... Все маленькие такие, да? Нет, там есть такие побольше, такие посерьезнее карты уже, как бы. Это, скажем, такая самая простая карта. И из тех, что есть. Ну-ка, скрин надо чпунькнуть. Ребята, сегодня сделал благодаря, скажем, подписчикам, донату. Сделал покупку, приобрел клавиатуру с подсветочкой новую. Конечно, модель чина. Дешевый вариант вообще. Да, обзор не буду делать на клавиатуру, естественно. Вот. Будем уже на клаве просто тупо. Ой-ой-ой. Тебя прям у меня как будто там намазано сзади что-то, да? На этом. Ну-ка, поддам-ка я газку. Резина просто получше. Да не надо тут мне песен. Ух ты, блин, тут вообще. Слушай. Скрин надо было сделать так под... Вау, ёп! Я ж еду-то снимаю с морды. Я сегодня также у мистера босса, у Сани также с Саней влупился. Короче, он ехал навстречу, а я его даже не видел, снимал с морды. Еду, и Саня вылетает навстречу. Такой бум! Я, ой, ё, Саня, здорово! Протаранил. Так, чё, давай, наверное, берем. Тут сейчас посмотрим. Сейчас встанем, дай-ка я карту гляну. Вот мы тут стоим, пила. А, слушай. Уфа, где мы будем? Это лесоповал, гараж. А, слушай, это получается, если туда прямо поехать по дороге, то мы приедем прямо на пилку. Угу. Давай поехали гараж открывать. Ты что берешь? Смотри, я могу взять сцепку, ты можешь поставить кунг и прицеп кунг, например, ремонтный, так, для красоты, скажем, проехаться. Либо ты одевай сцепку, утащи гараж, а я с кунгами пойду. Так, а который из них? Ты чё? Это что такое? Рома, не знаю, он еще, я его не проверял, он грузится, не грузится. А, это кузов с краном. Угу, угу. 131. Так, борт я снимаю. Ой, блин, сверху. Ну они там, да, еще не отрегулировал ничего, еще ничего не делал. Короче, смотри, давай, либо ты сцепку берешь, либо я беру. Так, а кунг это под груз. Давай, я беру сцепку, смотри, деваем. Так, сцепка и бери. Полуприцеп одену. Вот. Эти. Вот а, так. Вот так везет. Я. А ты просто нет, ты для красоты одень кунг. Сейчас я найду, где он есть-то. Где-то он должен быть. А, вот сверху прям, верхний, второй. Кунг одевай. И прицеп кунг. А, вот. Ой, красота. Вот, да. Кунг надо там подправить, фонари там что-то как-то шляпно все. Текстура. Что-то... Так, куда я тебе запаску поставил? Не знаю. Не понял. Опа, Касипор. Ты поставил кунг? Да. Кунга самого нет. Делала грязь. Реально. Кунга нет. Рома, снимай кунг. Не-не-не, подожди. А так видно? Не-не-не. Запаски вот убрал. Не видно кунга. Попробую еще раз его снять, поставить. Да нет, навряд ли. Или может мне отъехать? Ну, тут факты есть. Не поставил себе. Вот попробуй кунга еще раз натяни. Не, от него остается только этот. Вот трубы я вижу, как бы, и все. Снимаю вам. Так, ставь туда что-нибудь. Ставь утилити, вот попробуй поставь. После прицепа кунга, который идет. То есть четвертая сверху. А, вот она есть. Ну-ка. Фары, запаска. Ну-ка попробуй этот вот поставь кузов с краном. Давай посмотрим, кстати, аддоны. Они ставятся. То есть кунг тут уже все, можно смело скидывать его нахер.
Так, это что такое? Как называется? Т-131. Это где ты его нашел? Борт. Там подальше, за... Подальше, подальше, короче. Ага, над краном. Да, ух ты. А, этот сверху мешает багажник. Ну-ка, убери багажник, попробуем повошкаться. Фары эти с ними с крыши тоже нахрен. Надо их вообще поломать сюда. Убрать. Алло, алло. Я тут. Ух ты. Ты, так ты багажник-то сними, он тебе мешает, на. Нормально. Нормально, нормально все. Да ничего просто, нормально все. Ёп. А он, надо отрегулировать мотор, наверное. Ну-ка, он поднимается вверх-вниз, там чуть потыркай его. Опа. Вверх нормально, кстати, поднимает. Ух ты. Карусел, карусел, кто успел, тот присел. Приходи за нашу карусел. Во-во-во-во-во. Вот, ребята, чем мы занимаемся, блядь. Извините, сори за мат пол второго ночи, блядь. Ой. Он так, в принципе, прикольный, да? Да. Карусел, карусел, кто успел, тот присел. Приходи на нашу карусел. Рома, хорош, он глумится. Слушай, это не вертолет, е-мое. Ты же взлететь хочешь, что ли? Так, ну нормально такой, да, аддончик-то, в принципе. Ну да. А эти ты костыли ему двигал? Нет. Да ладно, бог не, потом проверим. Давай там посмотри, потыркай, что там еще есть. Трейлер цистерна, вот как это есть еще. А, нет, это не то, не ставь. Трейлер шорт, не ставь, там еще... Ниже багажник, гараж. А, вот. Это где ты? Карт? Да, поставил. А гараж ты ставил? Нет. А где он? Над ним. Скорее же. Ну да. Норм. Ну это... Ну, такая она с номерочком, с парками. Он тоже, по-моему, брус водит. Так, что там дальше? Глушак. Ну-ка попробуй глушак. Я посмотрю. Поставил. Нормально. Угу. Цистерна. Есть? Пока ничего нет. Ты поставил ее? Да, цистерна. Нет ее. Опа. А-а. Еще раз. А-а. Вот так вот. Надо будет у ребят у кого-нибудь попросить, чтобы Макси посмотрели. Она прикольная, кстати, да? Такая. Да, да, да. Ну, как бы она есть, я видел ее на других. Ну, сама что-то. Что-то подобное, по-моему, у тебя на 157 есть. Ой. На Урале, она была. На Урале она была, но она была косячная. Вот. Там в Максе ее надо править, там что-то с ней косипор какой-то. Ну, вот и тут видишь косипор. Ну, ладно, короче, обувайся, что там везет. Ремонтные части. Кунг. 500 ремонт. А, ну вот. Вон, можешь колеса поменять на шоссейке. Да ну не. Короче, еще ремонт я вижу. Ну поставь все равно колеса хоть глянуть. Попробуй просто перепихни их. А ну колеса нормально, все отлично, да. А колеса вообще нарицания нет. Ну и все тогда, помчались, да? Ага. Сейчас развернусь я, подожди. Ты, наверное, знаешь, что, езжай-ка, я не знаю, вперед, потому что если что, дернешь потом меня. Можешь через заправку выехать, если что. Или тут хочешь? Нет, я тут сейчас развернусь тоже.
Ну, смотри, машину размотаю сейчас, пока разворачиваюсь. Вот ты полез так, в натуре. Блин. Зацепился прицепом. Не-не-не. Чё ты там где-то воткнулся? А, колесом. Ты вообще жесть. Чё творишь? Во, давай вперед опять. Вправо только возьми там, нет? Оторвешь сейчас там и мост себе нахрен. Подцепи тросом этот прицеп и потяни его назад. Надо было сразу разворачиваться. Ты, короче, кинул его, поехал новый прицеп брать, я так понял, да? Да, конечно. Правильно, распродажа в гараже сегодня. Прицепов кинговских. Блин, как приятно, вот иной раз на новой мышке с клавой поиграть-то прям душевно. Спасибо, парни. Особенно Алексею спасибо. О, прям смотри, там точка есть. Да, бог с ним. Алексею спасибо за донат. С Алексеем, кстати, вот мы покатаем еще. С Алексеем. Уже разговаривали. Человек не против, так что... Алексей, жди, скоро... Как говорится, будем гонять, ребята, с подписчиком. И, конечно, Алексею спасибо за донат. Вот благодаря ему там, да, новая клава и мышка наконец-то эту проблему тут решил, слава богу. А? Ползду тут. Ох, Томский городовой. Стараюсь тут. Бензо тут хватает, я тебя еще не вижу. А, вот, вижу тебя. Все, давай. Погнали. Слушай, оно на этих колесах лучше едет машина. Конечно. Давай, сейчас говнище. Ты в говнище? Ну давай, ты в говнище. Я тогда поеду в объезд. Ну там я залез, я говорю, я пустой вообще никак не мог вылезти. Ползешь? Да. А на шоссейках я там встал вообще просто. А я встал на шоссейках, даже понижайка не помогла. Шоссейки. Вот нас, ну все, автомат уже не видит. Все, гейм овер. Все, понижайка. Давай я тебя поддерну. Слушай, заодно встал. Я тебе говорю, тут такие грязи такие серьезные. Вроде хихихаха, а на самом деле тут вроде лушка-лушка, а как по самые помидоры залезешь и вилы. Что там отцеплять, когда тебе надо? Мерси. Или ты там решил сэкономить бензу? Ну, чтоб уже повыбили, не вылезти. Я посерьезу, короче, в самое гамно забурился. А я, кстати, тут уже третий раз еду. И нормально, смотрю, он тащит. Мне бы там вот этот проехать. Вот этот опасный. Даже не знаю, как назвать-то этот. Опасный поворот этот. Вот это поворот. Так, я сейчас вот тебя подам. Сейчас встану, со стороны буду смотреть. Блин, что-то елка все падает и падает, слушай. Зараза. Уйди. Уйди. Я сейчас притирку с ней рядом проехал. Затопил ее там. Все нормально, я тут тоже по краешку вроде. Проползаю вроде. Пи-пи-пи-пи-пи. Слушай, Рома, я походу это... Вижу. О-о, цепляй меня за левый клык.
Я чувствую, что я сейчас его уроню. Подожди, стой. Во-во-во. Давай по... на понижайке, давай меня потихонечку тяни. О-о. Ты хочешь дернуть, что ли? Сейчас кувырнешь меня? Нет, я просто не туда поехал. Давай. Пипец. Главное, чтобы меня прицеп не положил. Все, нормас вылез. Все. Руби конец. Опа. Руби конец. Вот нет, с такими прицепами вообще никак не нравится ездить, вообще просто. Я их не могу победить никак. Полуприцеп? Эй, там просто... Писец там что-то с колесами на прицепе, шняга какая-то. С задней этой осью. Надо будет посмотреть тоже. Что-то она на том разу, бляха, в разгул идет. Так что, ребята, имейте в виду, мы не катаемся практически на дефолте, катаемся на доработках, в основном на доработках от меня. В принципе, может. Ну да, как бы я и да. Как бы я в основном катаюсь, да. На том, что сделал, на том и катаюсь, как говорится. Да, ой. А что я сделал, я еще ничего не доделал и ничего не давал. Ну да, но это все как бы со временем. Победим. Не знаю, мне приятно как бы такой зелок, как бы засорять его аддонами там сильно не буду я его, то есть все будет там по минималу, то есть чтобы дефолт вставал и там прицепчики какие-нибудь вот такие кунги, все. Вот и тут раскатал-то, слышь, всех лягушек, наверное, разогнал там. Опа. И что, встал? Да. Да, я и в тот раз здесь любил. Ну давайте, давай-ка я тебя попробую сейчас сзади маленечко, не? А, ты зацепился? Да. Ну-ка, скрин надо бахнуть такой. Не, ЗИЛ вообще как бы радость такой, я люблю. О, слушай. И ты тоже, да? Да нет, я еще пока. На первый раз-то как бы нормас еще вроде. О, паньки, стопе. Душечка. Понижечку врубил на первую. Не-не-не, подожди. Вылез. Все, отменяю, любит курма. Для чего здесь коробка передач? Для того, чтобы... Кстати, Саня, мистер Босс, купил руль. Все, гоняет, говорит, вообще ощущения совершенно другие. Говорит, от восприятия от игры. Тарис тоже, да, поддерживает? Да, оружие есть. Да, там даже есть, по-моему, достижение какое-то последнее. На руле надо прокатить. Саня вот катал, говорил, сегодня мы катали на стриме с мистером Боссом, наконец-то продонатили ему до конца руль, все, в итоге пришел ему руль с Москвы, он, по-моему, заказывал, вот, и говорит вообще, говорит, ну да, говорит, непривычно это, говорит, не клавиатура, но все равно как бы восприятие совершенно другие. Так, куда мы, налево-то идем? А, так мы уже все, приехали. Восприятие, говорит, совершенно как будто, ну, чуть ли не
и по новой как бы испытываешь совершенно другие ощущения по поводу. И говоришь, о-о, стой, ебать. Ты там опять что-то там танцы у тебя с бубном там, да? Скрипишь, да? Да, я вижу, что ты его там опять раком там раскорячил. Ну сделай скрип. Да и нафига делать страшные скрины? Просто придам. О, слушай, знаешь, давай что сделаем? Тут он, по-моему, должен возить эти. Давай-ка вот извратимся и возьмем. Ну ты его сложил там, трындец. Так, слушай, я беру, короче, знаешь что? Ты бери. Что ты повезешь? Ты хочешь вообще по жестяку или так по-легкому? Ну, в плане. Ну вот смотри, давай поставим дефолтные платформу лесовоза и платформу с краном. Давай. Ты что потащишь? Побольше, поменьше? Давай я возьму платформу лесовоза. Нету еще, но я думаю, поставить надо. Ну давай тогда. Я тогда беру длинный, удлиненный распуск. Мои маньячки мне надо, слушай, мне надо перестать снимать багажник. Снимаю багажник, беру маньячки. И удлиненный распуск. Бип-бип. Рома, да я удлиненную распуск воткнул. Вот едет маленько. Вот он там куда-то в лес упирается. Так, удлиненный. Ты распуск-то взял, не? В-тройка. Пиц. Все, я как дровосек собрался. Короче, уже все. Интересно, можно вообще прописать длинный распуск на платформу с краном? Можно, конечно. А, ну там горизонтал еще перепишет. Ну да. А, или нет, лучше на распуск. Ты фары сними с крыши, с кабины, они у тебя провалились в кабину. Ты их этим манипулятором удавил. Надо их вообще, наверное, сюда пык. Сделать им пык. О, да. Все. Взял. О, фары батлер был. Да, что-то они мне как-то не очень. Я думаю, их вообще, наверное, надо идти снять. Я поставлю сюда противотуманочки, вот эти, которые у меня там есть. Все. Не хочешь одеть шоссейку для полного счастья? Тебе длинный распуск, так что. Нет, ну я взял ежики. А ты бери шоссейку. Или ты мне предлагаешь? Будешь меня втаскивать? Да, ну давай, я поехал на шоссейке. Смотри, будешь меня там тягать. Тащить сетечку. Сегодня ехали, считали от сигнала, у кого сколько ворон выскочит. У меня самый большой 5, по-моему, выскочило. Рома там голман. Говорит, что-то, говорит, сегодня у тебя рекорд, говорит, 5 штук, говорит, вылетело. Мы туда хоть едем-то? Да вроде, да, по-моему, куда ехали. Что-то мы какой-то другой дорогой поехали. Ну это я здесь тогда в объезд ездил. Вот оно что. Ух, ё, нихера, чё тут глубоко-то? Да ещё на горке там уже. Слушай, я, по-моему, уже застрял. Нет, ещё не совсем. Всё. Нет, не всё. Весь как этот чумазик какой-то.
Ну все, сейчас ты меня, короче, подтащишь, я чувствую. Так, все. Я грубуюсь. Ну все. Goodbye, Америка. Пипец, он у меня не хочет ни в какую ехать вообще. Реал, реал, это реал, Рома. Блин, это мы еще не в симуляторе играем. А? Это мы еще не в симуляторе играем. А, ну да. Аркадники, как Саня говорит, аркадники. Что там, остался что ли? Да. Писец, я как мне теперь сейчас задом так тебе корять? Стой там. Да я тебя сейчас, давай. Уже ладно. Я же драйвер, давай буду тебя спасать. О, не-не-не, все. Нашел точку. Писец, у меня не бегалки, я сейчас утону. Драйвер сейчас утонет. Спасатель, ядрен батон. Да, ты давай это обратно выезжай. Да я выехал уже почти. Надо мне этот. Пью. Что там? Бери левее, Саня. Ой, Саня, Рома. Вот ты там все, да? А, все, Рома, писец мне, короче. Вот оно, видишь, какие тут такие небольшие засады. А ты сможешь меня погрузить? Нет? Давай я, наверное, быстрее съезжу в эту хрень. За этот. Загружусь по новой. Да нет, не смогу. О, слушай, она еще. Давай, вставай. Слушай, у меня два бревна. Мне, по-моему, одного не хватает, да? Трындец, еще чуть-чуть, я сейчас опять упаду, слушай. Отъезжай от меня лучше подальше. Мне надо встать поровнее, как-то умудриться. Так. О-о. Так, а там глубоко, но с этой стороны. Подожди, ты далеко-то не залазь. Мне поровнее тут встать сейчас просто. Чтобы его не уронить. Во-во, нормас, я все, Ром, вылезай оттуда, вылезай. Пипец, вообще. Звезда в шоке. Звезда в шоке, да? Скрины, конечно же, по любасу надо делать. Ой-ой-ой, все, надо повышайку, срочно повышайку. Я себя чувствую по свежачку-то еще вроде. Смотри, идет. Давай, вытаскивай, девушкин дрын. Ха, Рома, я вышел. Я на повышайке вышел. Писец, ну правда, я так вышел, что... Все. Да я уже встал, все. Сейчас. Не, карта такая хорошая, да, вообще, в принципе. Душевная. Не, ну на четверых, конечно, тут вообще. В легкую, на автомате проехал.
я тебе уже этот отслал. Примет меня. Э? Нету у меня ничего. Ну вот. Нету? А, вот. Вот, все. А мы не газовый. Бросим газ. Я попробую. Просто вытащить, что ли? Да, да, да. Тащит, смотри. Я вообще не газую. Вообще не, на газ не жму. О, я тебе про чего говорил. Десятичку потащу. Я сейчас вообще на нейтралку поставлю. Кати мне как кучно. А тут чуть-чуть сюда осталось. Да. Нет, нет. Пали свое сцепление, ёб. Пали свое сцепление. Вот это прикол. Я помню, Паша меня куда-то тащил, бляха, мы задолбались, так вообще проблематично было, вообще, причем там машина, по-моему, что-то УАЗик, что ли, был, не батон, ты он, батоном батон тащили, просто вот он ни в какую не едет, и вот хоть, сказал бы плохое слово, пи-пи-пи. Во-первых, в игре здесь реалистично отработан тот момент, что на окруженной машине, как в реальной жизни. И это здесь как бы на руку играет. Пустой я бы тебя не смог тащить. За счет того, я что говорю, я мы... сам кружок, и тянется. Мы с Пашей ехали. Я обсох, короче, и Пассаж там уже был на исходе. И до заправки он буквально там не так уж и много, короче. Он меня там пыжил, короче, кое-как, по-моему, допихал вообще до этой заправки на трассе. Причем мы даже прицепы, по-моему, покидали. По-моему, на батонах ездили. То ли на батон. На Нивах, наверное, ездили, да, от этого 3D-ведерка. Вот. И, короче. Я у меня вот руки, я вообще ни клавы не касаюсь, ни этого, ни мышки. Выставил камеру, и ты едешь, короче. Синхронизация у тебя на манипуляторе засветилась. Кстати, синхронизацию, ребята, света можете скачать тоже в группе, в разделе ссылки найдете справа. Там написано синхронизация света. Скачивайте, ставите, все работает вот на всем дефолтном транспорте. Даже вот на манипуляторе свет прописан. А, нет, все равно все равно чуть-чуть подгазовывает машина сама, понимаете, из-за лебедки. Я не знаю. Я вижу. А это растяжение лебедки идет. Я прям вижу, как колеса буксуют. Буксуют колеса у меня? Нет. Я вот на свои колеса смотрю, ничего там не буксует. Это за счет эластичности трасса. А, ну да, наверное, да. Солярочки я сэкономил. Бензы. Хромо бензин там. Сейчас сцепление жжет, наверное. Да, представляю, мне там сейчас разводка, наверное. Как это будет на лбу. Ну, кстати, вот руль не поворачивается. А руль он не поворачивается, только ты когда свою тащишь. Ну, давай. Сейчас. А, я же на нейтралке газую, ядрен батон. Ну вот чё газую, она рычит, не едет ни хрена. Ну, в принципе, я считаю, тут лишнего-то как бы ничего такого и не надо, да? Есть этот самый дефолт. Да, ну можно свои какие-то. Чё, ты скидываешь, я скидываю. Давай ты скидывай. Мало ли у меня какое достижение будет. Мало ли как достижение упадет. Прям в эфире. Давай, кидай. Кидай. А, я? Ну да. Ну-ка. Ничего не выпало. Ну, ребята, покорячились мы. Час 12, да? Открыли гаражи все, грузовики. Хотя тут... А, местность одну не разведали где-то.
восстановление гаража 0. Вот такая офигенная карта, ребята. Ссылка на карту будет прям под видео на канале. Заходите, скачивайте, прям сверху будет ссылочка. Карта обалденная, прикольная, ничего плохого не скажу. Просто положительные как бы отзывы по карте, да? Ром, как тебе карта? Отлично. Конечно, вдвоем просто покататься. Интересно. Ну, конечно, одному может быть на дефолтном моде каком-то. Ну, а дефолт машин может быть даже тяжко будет. Мы играли вот эту карту, по-моему, даже вчетвером, я тебе скажу. Четвером и на 150 побыстрее просто как бы разобрали ее. А так, в принципе, такая и грязь везде достойная. Она вроде маленькая, но как сядешь, так уж по самые помидоры, как говорится. У тебя еще просто карта, как бы, если ту точку не открывать. Ну да, то есть как бы не знаючи как бы, да. Четвером, если проехать, просто открыть. Ну да, под час, может быть, оно и так же и выйдет, как бы даже. Да какой, я тебе говорю, 20 минут и все. Да. Загрузить все по 4 очка, 4 рубля и все. Надо посмотреть, сколько мы играли вот по старому видосу. Потому что я тебе говорю, я один лично вот до той точки полз, наверное, минут 10-15. Ну я же говорю, я не обязательно открывать тоже, вот как бы. Нет, ну открывали-то прям все как бы. Ну да. Не, ну если прям на скорость, если ехать, то можно очень быстро проехать. Ну и машины, опять же, возьмите машины какие-нибудь, газоны 53-й, да, заднеприводные, и вчетвером тут до хохоту как бы накатаешься по этой. Да, возьмите хоть одну, чтобы было выгодно, иначе все газоны. Лебедка, помощь друзей, аккуратности, да, паровозиком там друг за друга потихоньку. Давай сделаем вот газоны и на газонах, на задних приводных тут треснем. А чё, вон КамАЗ есть же. На КамАЗ. Вот, кстати, в натуре можно эту карту катануть на 5320 как бы. Да. Да, он весь готовый. А кстати, а потом, если я КамАЗ 5521 доделал, на ней вообще жесть. Понимаешь, я по болоту когда ползал, там получается от передних две оси толкать неприводных намного сложнее, чем одну. Ну давай, короче, закончим видос, там Олег он идет. Сейчас уже 17 тараторим. Так что, ребята, вот мы прокатились с Романом карту. Естественно, будем катать с подписчиками, естественно, с адекватными подписчиками. Будем писать обзоры на карты. То есть катать стримы. В Евротраке обязательно покатаемся, в Американтраке покатаемся. Снайпера побегаем, постреляем, там может GTA-шку, что-то еще, NFS-ки и так далее. То есть все будет. Ссылочка на данную карту, ребята, будет на канале. Ты проходите ссылочку. Также в группе SpinTire с карты для версии 0.3.0.3.16 я сделал. Буду выкладывать только там карты. Ссылочки будут прям там и буду репостить к себе в группу. Как бы хоть какая-то копейка, мало немного как бы, да, даже немножечко чая на ложечке, это уже хорошо, поэтому вот так что карта обалденная. Конец 24 штуки твои все на 5 баллов, сейчас прокатим опять их все по новой, все карты, ребята, выложим. Смотрите обзоры на канале. Сейчас на контакт мне не загрузится никак, так что проходите, ссылка на канал есть в группе. И все, всем удачи, всем пока. Будет розыгрыш, когда будет 2000 подписчиков на канале, осталось уже меньше 100 человек. Будет разыграна игра лицензионная SpinTire. Так что кому интересно, ребята, мониторьте, подписывайте группу, делайте репосты, делитесь видео и так далее. Также будет розыгрыш игры, когда будет 2000 в группе подписчиков. Какая игра будет, будет позже, я так думаю, розыгрыш, чем по каналу. Так что не теряйте, ловите момент, подписывайтесь, подтягивайте друзей, делитесь видосами. Все, всем удачи, всем пока. Ромка, да, всем пока. Все, всем пока, давайте все пальцы вверх. Да. Надеюсь, вам видос понравился. Карта тоже понравится. Карта обалденная. Все. Удачи, всем здоровья, счастья, мирного неба над головой. Пока-пока. Чао.